Изабель де Лобель и Оливье Шонфельдер. Такая пара с оригинальным стартом, скажем так, в своей произвольной программе. Это находка Николая Морозова и Татьяны Тарасовой, их тренеров. Очень прибавили спортсмены, как попали в группу к Татьяне Тарасовой. Сразу изменились постановки, стали более сложными и интересными. Вообще группа Тарасовой отличается интересными постановками, какими-то находками. Удивительно, как вписался в эту группу в свое время Николай Морозов. Вроде бы такой молодой тренер, но как-то очень... Ой, какая интересная. Интересная, да, поддержка. Страшно ей, наверное, катастрофически. На самом деле все сначала отрабатывается в зале, а потом только переносится на лед. За столько лет тренировок привыкаешь. Не чувствуешь страха почти. Много очень добавили в этот произвольный танец за последние месяца три. Изабель и Оливье, ну, вместе с тренерами, конечно. Усложнили программу к Олимпийским играм. Их программа напоминает сейчас немножко последнюю программу Грищук-Платова. Ой! Как-то прям неудачно проходит у них старт, падение в оригинальном танце и в произвольном. Я тоже хотел сказать, что напоминает, во-первых, Грищук-Платова, и даже уже промелькнула сразу мысль, что у Грищука-Платова такое было количество вот этих перестроений и каких-то постоянного какого-то процесса, что не каждый с ним справится. Вот они все время пытаются, дают сбой. Да, и не получается, пока нет опыта такой технической подготовки, как у Грищук с Платовым. Ну ничего, Платов тоже падал в свое время, поэтому... Конечно, это все прошли. Все падали. Потом, в конце концов, они же не борются за золотую медаль. Ну да. Сейчас они демонстрируют себя и что они умеют. Я думаю, основной их подъем начнется в следующую четырехлетку. Во Франции теперь они останутся лучшими. Анисин из Спезера ведь уйдут. Да, будет вся надежда на них. Ну, французская федерация сейчас очень стала довольно-таки сильной после побед Марины Гвиндаля. Так что я думаю, что у них все впереди. Очень интересная поддержка только что была исполнена. Да ловишь себя на мысли, что все интересно. Не можешь взгляд оторвать с самого начала танца. Именно не из-за какого-то там эмоций или еще чего-то, хотя это тоже присутствует, а именно вот из интереса. А что же будет дальше? Так, здесь вот так они выехали, а что дальше? А тут такой интересная поддержка на кораблике, а дальше что? И все время что-то продолжается. Ой, он еще ударился, что ли, об нее? Наверное. Сейчас покажет, наверное, повторе падение. Ну, сначала вот эта поддержка интересная. Посмотрим, из-за чего он мог произойти. Ну, вот
просто на самом деле, мне кажется, даже виновата партнерша. Она прыгнула к нему в руки и не довела колено. И он потянулся за ее ногой. Смотрите, промахнулся. Да, да, да. И просто из-за этого потерял равновесие. И, в общем-то, очень серьезное падение. Она тоже прилично упала. Да. Ой, руку. Надо к врачу его скорее. Что же они? Ну, им за падение еще вдобавок сняли хорошенько баллов. И они становятся не 15-ми, а 16-ми. Пропуская вперед Марику Хамприс и трудно у немцев потрясающий образ.